Привет, меня зовут Вера. Будем сейчас делать распаковочку от сайта Мыло Опт. Пришла мне такая посылочка. Я ее уже открыла. Начнем. Значит, тут у меня список наименований, количество, цена. Все можно потом свериться. Так, это у нас силиконовая форма с 6 цветами. Двойные они цветы у нас большие. Мне для выливки мыла будет очень здорово. Форма хорошая, мягенькая, нормально пойдет. Так, дальше. Это у меня маленькая форма силиконовая с на морскую тематику. Такая хорошая формочка. Качество такое отличное, но я думала, будет немножко меньше. Так, дальше. Это у нас пластиковая форма 8 марта. Вот такая вот. Так, эта форма у нас виски. Коньяк у меня есть, цело виски. До пары, чтобы было. Хорошая форма с подставкой. Отлично. Так, дальше. Это я заказала две одинаковых формы с днем рождения. Хороший твердый пластик. Дальше. Так, это мои наклеечки. Такие нарезные они у меня. Чтобы подписывать номер, на мыло клеить. Так, это у нас термопленочка рукавная. Я заказала тут 2 метра, кажется. Взяла на пробу, потому что раньше никогда не пользовалась. Еще я взяла 10 пакетиков упаковочных. Тоже взяла попробовать, потому что в описании размер написан. Ну а качество все-таки хочется попробовать вручную. Вот такой вот пакетик. Довольно-таки не маленький. Для мыла будет очень достаточно. Качество очень хорошее. По той цене качество отличное. Так, и мои отдушечки. Отдушечки. Значит, это у нас глицерин 100 грамм. Германия. Срок указан. Мягкая упаковка. Пластиковая. Так, это у нас отдушка. Соленый бриз 10 миллилитров. Производство США. Пахнет таким освежающим морским, очень приятным. Дальше. Это у нас отдушечка. Мусс из темного шоколада. 10 миллилитров. Производство Франция. Мягкая пластиковая упаковка с дозатором. Запах, кстати, не очень. Посмотрим, как будет в мыле. Так, это отдушечка тюльпан. 10 миллилитров. Производство США с дозатором. Пахнет весенний аромат. Очень приятный. Дальше. Это у нас гелевый краситель золото. 10 миллилитров. Производство Германия. С дозатором. Такой какой-то у нас красный. Ну, посмотрим, как будет в мыле. Так. Дальше. Это у нас отдушка Бриз. Маринель какой-то. Так, 10 миллилитров. Производство США с дозатором. Пахнет как какой-то мужской одеколон. Так, дальше. Коньяк. Пищевой ароматизатор. Это у нас 5 миллилитров. Германия с дозатором. Пахнет очень приятно. Шоколадкой. Очень хорошо пахнет. Будем пробовать. Так, это еще у нас один пищевой ароматизатор. Виски. 5 миллиграмм. Производство Германия с дозатором. Интересный запах такой. Очень, я думаю, будет круто в мыле. Так, и последний. Это у нас черный агат. Краситель жидкий ультра. 10 миллиграмм. Производство Германия. Какой-то он тут с осадком. Ну, посмотрим, как оно будет дальше. И заказала на пробу пипеточка. Тоже хочу испробовать. Раньше пипетками не пользовалась.
Заказала только одну, хочу попробовать. Так, ну все, дальше. Это у нас основы. Значит, у меня тут килограмм основы. Производство Великобритания. Ну, это английская основа. Прозрачная. Так. Еще я заказала килограмм прозрачной основы российской. Хочу попробовать. Раньше российской не пробовала. Взяла тоже на пробу. Так. Это также такая же у нас английская прозрачная основа. 1 килограмм. И килограмм белой основы английской. Мне она очень нравится. Взяла, что было. Ну, в принципе, это все. Посылочка у нас разобрана. Ссылка на сайт будет под видео. Заказывайте. Всем спасибо.